приготовила себе такой ужин, как в Парижах. Сейчас переключу мои каналы Ютуба, чтобы ни одной минуточки не проходило даром. Поставлю загружаться мое видео. Вот. И на мой балконе, на такой эксклюзивный балконе, сейчас буду кушать, так что вот. Дышать воздухом. Сейчас сколько у нас? 20-22 часа. Я надеюсь, сейчас намного меньше, хотя вот сейчас, знаете, с какой-то холодненькой еще водичкой. Хотя, знаете, так вот не чувствуется, что меньше градусов. Наверное, может быть и меньше, может быть, не, конечно, не 32 сейчас в Петербурге. Конечно, не 32 градуса, вот. Что, переключаются каналы, чем здесь покажу. Холодильничек уберу я, икру я уже поставила, сейчас здесь покажу. Потом быстренько покажу и сразу холодильничек поставлю. Ужин приготовила. Технические моменты. Ну что это у нас? И заснимаю, видео заснимаю, загружаю, ужин готовлю. Сейчас буду кушать. Так, это в холодильничек нужно убрать. Сразу кетчуп, майонез в холодильник. Вот. Икру тоже. Ах, этот в ресторан. На кафе де бьюти. Татьяна Салмановна Мактум Сайфуд. Ну что, переключаются? Каналы переключаются? Что, каналы переключились? Видео сейчас поставлю загружаться. Это будет такой шорт видео. Наверное, вчерашнее видео поставлю. На этот канал еще вчерашнее, по-моему, не загружала. Вот. Сейчас дублирую я мои видео и на одном канале YouTube, и на другом. Татьяна Салмановна Мактум Сайфуд на русском, на английском, и туда, и сюда. Ну, за исключением нескольких, может быть, видео, а так и туда, и сюда я загружаю видео моей творческой студии позитивного мышления, силы позитивной мысли Татьяна Салмановна Мактум Сайфуд. Сейчас уже 9 минут. 20 июня 2021 год. Ох, да, мы сейчас с вами поговорим. Да, что не поговорить, поговорим. Ох, я помню, когда мне было, наверное, 20 с чем-то лет, я все думала, будет 2000 год. Это сколько мне будет лет в 2000 году? Мне было лет 27, наверное, 26 или меньше. Я думала, знаете, когда вот это, когда? Что будет, знаете, вот это 2000 год. А смотрите, уже прошло с 2000 года, 2021 год. Уже с 2000 года, неужели 21 год прошел? Я даже не поняла. Это прошел 21 год, 21 год, как я встречала Новый год в Париже. Как же звали этого немца, с которыми я встречала Новый год, 2000 год в Париже. Неужели 21 год прошел? Это вообще вот это вот. Получается, 49 мне было, знаете, вот это, 49 минус 21, ну вы посчитайте сами.
Ну да. 49 минус 30. Тогда уже минус 31, да? Ладно, видео пошло загружаться. Видео это я сейчас выключаю.